декабре 1836 года в художественной газете была опубликована небольшая статья поэта и драматурга Нестора Кукольника, в которой сообщалось о смерти русского художника Ореста Адамовича Кипренского. В конце было сказано, что художник прожил короткую, но страстную жизнь. А начиналось все блестяще. Из крепостного мальчика он превращается в студента Академии художеств, а затем и художника с мировым именем. Это было незабываемое время, время французской революции, когда ветер романтики веял над Европой. Портрет Екатерины Петровны Растопчиной, урожденной Протасовой, был писан в Москве в 1809 году. Кипренскому его заказал вместе со своим портретом граф Федор Васильевич Растопчин. В доме графа Растопчина Кипренский сближается с Жуковским, Вяземским, Карамзиным, Батюшковым. Все они уже наслышаны о художнике, как о поэте живописи, как о романтическом мечтателе. Первое десятилетие правления Александра было ознаменовано свободолюбивым началом. Он сам проповедует и распространяет его. Любимый внук Екатерины II, наследник ее традиций, Александр I вместе с тем ученик Легарпа и приверженец идей французской революции. Яркая личность, от которой все ждут перемен. Однажды в душевном порыве Кипренский скажет: «Я радуюсь, что родился в России русским и живу во времена Александра I и Елизаветы несравненной». Но Александр – человек с душой, закрытой для всех, даже для Елизаветы. Все ждали перемен от царя-освободителя, но многие политики понимали лучше, чем наивные молодые люди вроде Кипренского. Увидев графиню Растопчину в момент человеческого откровения, художник приподнял завесу над ее трагической судьбой. В сером простом платье, в чепце, ее можно принять за женщину, самостоятельно зарабатывающую себе на жизнь. Графиня как бы сознательно позволила посмотреть на себя со стороны. А вот деятельная и предприимчивая натура графа Растопчина и в портрете ярко выражена. Еще при Павле I умный, но злоязычный граф за интриги был удален от двора. Будучи неудел, Растопчин переезжает в Москву. Во время военных действий, предпринимаемых Наполеоном, Растопчин будет назначен Александром губернатором Москвы. А когда придут французы, в патриотическом порыве граф распустит дворню и сожжет имение со словами, чтобы врагу ничего не досталось. «Екатерина Петровна была стройна, — рассказывал граф, — хороша собой, с прекрасными черными глазами и мечтательным взглядом». Насмотревшись на то, что творилось при дворе императрицы, Екатерина Петровна с радостью приняла предложение графа и без сожалений покинула Петербург. Работая в Москве, Орест Кипренский бывает и живет в Твери, где в то время был двор дочери Павла I, принцессы Екатерины Павловны. Все выдающиеся люди Москвы бывали там запросто. Принцесса протежирует художнику. Позже исполнится его мечта. Он получит разрешение на поездку за границу. Там он будет жить долго и прославиться.
По завершении французской кампании граф Ростопчин снова был отстранен от дел. Екатерина Петровна окончательно уединилась. Кипренский, женившись на девушке, которую опекал и любил всю жизнь, счастья своего так и не дождался. Жизнь, необыкновенно начатая, глупо и нелепо оборвалась. Орест Адамович умер от простуды. Это было уже время царствования Николая I. Ухода Ростопчиной никто не заметил. Таким был конец жизни женщины, молодость которой с необыкновенной поэтичностью воплотил Орест Кипренский.